наконец, море. 5 часов дороги, примерно 500 километров. И мы здесь дышим свежим воздухом морским. Прибалтийское море. Поднимается. Хочешь подбежать немного к морю? Что? Хочешь немножко к морю подбежать? Да. Немножко прохладно, никто не купается. Волны. Сколько радости. Мой ребенок первый раз на море. Эмилия тоже впервые. Ты куда? Хорошая развлекаловка для деток. Ку-ку! Роберт, иди сюда, куда ты? И вокруг никто не купается, заметьте. Роберт, далеко не входи. Настик, ты молодец, классно у тебя выходит. А у меня получается. Вообще молодец. Покажи. Ого, сколько ракушек. Давай закапывай. Отдыхаете? Классно. Море, солнце, пляж. Эмилия, тебе вкусно? Робертика, ты кушаешь? Что? Конечно, я тебе дам компот. Пожалуйста. Завтракаем. Пришли поиграть в детскую комнату. Роберт нашел себе игрушку. Понравилось ему тут стучать, играть. Также здесь надувной батут для детей маленьких.
Сколько радости. Эмилия в восторге. Пока ждем своих. Пока соберутся наши. Решили поиграть. Это услуга отеля. Деткам нечем заняться. Вот играют. Эмилия рассмотрела кухню. Ты, Эмилия, что-то приготовишь? И домик. Ку-ку, Миля, поиграла, покажись. Познакомилась, нашла а где новых Верка? Друзей. Нет, еще не идем, пару минут. Рюкзак. Что ты глаза все закрываешь? Как будто ты ходишь. Пошли? Ура, на море, на море.